Работы по сохранению и увековечиванию памяти о наших земляках на протяжении почти года с группой энтузиастов занимался доктор наук, профессор Сергей Сазонов. В его многотомный труд вошли сведения о 3231 жителе города Моршанска, что погибли на полях сражений, а также пропали без вести, умерли в госпиталях и сгинули во вражеском плену. За основу брались сведения о погибших, упомянутых в книгах памяти Тамбовской области, базирующиеся на уже имеющихся архивных данных, но увеличенные за указанный период почти вдвое новыми данными из военкоматов, госпиталей и нацистских концлагерей. Некоторые данные по-прежнему нуждаются в уточнении, а потому помощь каждого в этом вопросе будет весома и значима для сохранения исторической памяти. В последующем имена наших земляков будут выгравированы на плитах в обновленном сквере Победы. Ознакомиться со списками можно на сайте администрации города промаршанск.ру. Более подробную информацию по телефону 4 43 74.